24 мая ежегодно во многих странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. О том, как этот день прошел в нашем городе, смотрите в следующем материале выпуска. День славянской культуры и письменности в нашем городе начался с праздничной литургии в Свято-Успенском храме. В храме равноапостольных Мефодия и Кирилла, славянского филиала Кубанского государственного университета. Затем по уже сложившейся традиции прошел крестный ход. В нем приняли участие служители православной церкви, прихожане, представители казачества, жители города и студенты. После крестного хода на театральной площади состоялся торжественный молебен. Мы собрались в день праздника. В день памяти просветителей наших славянских народов Кирилла и Мефодия. Ведь это действительно были великие великаны духа и родители нашей славянской земли. Наша история построена на вере и культуре, и подобные мероприятия организуются именно для того, чтобы сохранить наследие великих славянских просветителей. На Кубани и в Славянском районе немало делается для сохранения сложившихся веками культурных традиций и обычаев славян. Знаменательно, что именно сегодня мы открыли новый сквер «Книга» по улице Ковтюха, который символизирует наше стремление к просвещению и к новым знаниям. Для многих славянцев День славянской культуры и письменности не просто праздник, а день, когда можно прикоснуться к истокам нашей истории. Мы каждый день пользуемся наследием великих славянских просветителей и храним в памяти подвиг их жизни. Просто не хватает слов для того, чтобы выразить ту любовь, которую не отдали нашей стране. Ну, я так думаю, что слава Богу за все, что у нас такие святые есть, русской земли нашей. День славянской культуры дорог для каждого из нас тем, что каждый год мы можем прикоснуться к нашим истокам. Это праздник просвещения, родного слова, книги, литературы. В этот день на городской площади все желающие имели возможность полюбоваться красивыми поделками детей, картинами кубанских художников, работами мастеров декоративно-прикладного творчества. Выставка исконно славянских народных промыслов заинтересовала жителей нашего города. На площади собрались неравнодушные к этому празднику люди. Это день славянской культуры и письменности. То, что это наш российский христианский праздник, и он не только, он светский тоже получается праздник. Мы вспоминаем свою историю, культуру, и это дает, как вот фестиваль у нас был славянской культуры, так этот праздник, он дает единение нам. Кирилла и Мефодия 24 мая вспоминали не только в России, но и в других уголках света, где хоть и говорят на разных языках, зато с гордостью носят имя славяне. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».